Инспекция Министерства по податках и сборах Республики Беларусь по Гомельской области нагадывает, завершается термин подачи декларации об доходах за минулый год. Все лето громадяне отримали возможность задекларовать свои доходы на месяц позднее, чем у попередние годы. Это треба сделать до 1 красовика 2019 года. Податковые органы ведут прием декларации у працовные дни с 8 до 19 годин, а так само у субботу 30 соковика с 9 до 13 годин. Дослать декларацию можно и электронным способом. Закономить час допомагает особистый кабинет физичной особы. Электронный сервис размещен на портале Министерства по податках и сборах Республики Беларусь. Доступ ожитевляется с допомогой логина и пароля. Отримать их можно у любой податковой инспекции бесплатно по документе, который подтверждает особу. Нагадаем, декларованию подлягают в первую чергу доходы, отриманные за мяжой, а так само гроши, отриманные у подарунок не от близких родных, коли сумма перевышает 6116 рублей за год. Больше подробязная информация на сайте Министерства по податках и сборах.